Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. Скончался легендарный советский режиссер. 19 марта в Москве скончался один из классиков отечественного кино, известный режиссер и сценарист, педагог Марлен Хуциев. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов. На выходных он был госпитализирован в Боткинскую больницу в реанимации. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли. Причина смерти режиссера пока не называется. Марлену Мартыновичу было 93 года. Его работы были отмечены наградами многочисленных международных и отечественных кинофестивалей. За них он получил мировое признание. Он брал не количеством, но качеством. Картин чуть больше десятка, но каждое – событие в мире кино. Сам Марлен Хуциев говорил, что никогда не творил на злобу дня. Может быть, поэтому его работы и стали классикой. «Два Федора», «Был месяц май», «Весна на Заречной улице». В 2019 году ожидается выход картины Хуциева «Не вечерняя». Это фильм – диалог писателей Чехова и Толстого. Хуциев выступил режиссером и сценаристом ленты. Искренние соболезнования близким и родным. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.